Ленинский район, озеро Вселук, на поиски судака Нищуки. Попробуем половить джигом, троллингом и побросать рублерочки по Твиче, скажем так. Ладно, в принципе, окушка половить. Говорят, там довольно-таки крутые окуни. Ну, не знаю, насколько у нас все, вся наша программа получится, потому что идет дождик. Передают, мы едем дней, наверное, на 5. Вот. Из этих 5 дней, наверное, без дождя будут всего, наверное, пару дней. И то, как бы, наполовину дожди. Ну, как бы так, да, как-то с переменной облачкой, скажем так, с дождями. Посмотрим, что получится.
возьмем. Да, и возьмем еще полт. Возьмем полт попробовать. Такие приманки. Завтра у нас разведка, то есть мы водоем, где у нас будет новый, абсолютно причем новый. Завтра мы просто будем ходить, искать, наверное, ставить точки, искать пуки, бровки всякие там и тому подобное, перспективные места. Ну, вот, ну, чуть, конечно, пытаемся половить, а основная рыбалка уже будет, наверное, у нас послезавтра и послепослезавтра. Вот, а завтра весь день уделен именно разведке. Все, завтра увидимся. Ну что, попытались слепануться, и ни хрена у нас ничего не получилось. Очень большой склон, вода упала, блин, если просто даже по горизонту смотреть, наверное, метра на два. Слип, короче, не работает, не получается там слепануть. Ну как объяснить, то есть лодка даже касаясь жопы, она подвисает и все. То есть, а дальше я не могу съехать на металлические эти... Ну, эту дорожку металлическую, скажем так. Ну, короче, встряли мы с рыбалкой, блядь. Слов у меня нет. Вода очень сильно упала. Сейчас вот разговаривали с местным администратором, егерем, не знаю, Алексей его зовут, хороший человек. Говорит, ну, Илья, а что делать-то, блядь? Все, короче, вот, говорит, как? Говорит, уже недели две. Говорит, вот такая вот петрушка. Вода упала где-то на 2 метра. Раньше слип был почти весь, вот эти вот металлические были в воде, а сейчас мы пытались опустить, но лодка даже воды не касается. Вот так вот, не знаю, сейчас что-то будем думать, что-то искать, или вон как Серега грибы будем собирать. Вот я тут рядом с машиной. Так, давай, нашли какой-то вот типа слипа, попробуем сейчас здесь. Ну, проблема заключается только в том, что, блин, каждый вечер поднимать лодку, оставлять ее здесь нельзя. Говорят, воруют. Давай.
все, глубина тут есть, да? Да, да, хватит, по идее. Все, заебся, блин. Подожди. Кошмар вообще. Да, мы на воде, и воды у нас бы. Так, это получается, я там в глину, да, все-таки там все-таки усосался. Так, это у нас минус, это у нас плюс. Бензин есть. Да. А? Здесь глубина никакая вообще, блядь. Она даже не пишет ее. Вообще, да, вот гниль вообще. Вот там на нее не сесть, блядь. Да, вообще есть гниль. Короче, вот до сюда доходить. Вот до этого выступа. Он опять, видишь, длиннее. Нет, ну почему, я точки какие-то поставил,
Вот здесь можно, в принципе, походить. Так, на мысу Рундук, самый вот, самый крайний? Да, там лежит отцеп. Аккуратно открывай, да, не торопись. А, мешочек такой цвета хаки. Да, давай. Потому что вытащить опасно, я руки могу порезать. А цепом я сейчас веревкой просто вытащу и все. Только из-за этого. Да.
А? Да, старая сеть. Трофей там есть какой-то один. Так. Это сюда. Так, все, на распутывай бирок там сиди. Дам, что ли? Дамовский, что ли? И китайский какой-то, блин. По-моему, дамовский. Немец, по-моему. Да, такая большая сеть, и всего один бублер. Ну, знаешь, такая. Не говори. О, нифига, тут еще, ёпт. Там еще, блин. И зурик здесь. Ну, очень старый, блин. Даже эти крючки у него уже сгнили. А элита здесь. Тоже давно уже на сетке болтается без крючков. Батик там тоже древний. Челюсти чьи-то бабкины. Рак? Рак тебе нужен? Ну, уху. Ни хрена себе, да. Вот это прям фейк. Живой, что ли? Да. Не знаю, смогу я тебя спасти, друг, или нет. Жизнь тебе дарую. Братан, погодь. Подожди, держись, братан, сейчас я тебя как кита буду спасать. Да, пойдешь сейчас. Сейчас тебе, чтобы кушать ты смог, тебе рот сейчас распутаю. Все, доволен. Давай, плыви. Ну что, вот и подошел. Подходит, точнее, к концу наш рыболовный день, световой день. Пришлось приехать засветло. Рыбалка, так сказать, не допоздна. Засветло пришлось приехать из-за того, что каждый вечер приходится лодку подымать, каждое утро слеповать, из-за того, что нету, к сожалению, на данной базе причала, нету охраны, нету камер на берегу, нет освещения. И само руководство базы, конечно, рекомендует лодки свои подымать, чтобы как бы избежать каких-то неприятностей. Вот. А слип для нас новый. Приходится идти по мелководью. Фарватер мы плохо знаем, поэтому, как говорится, лучше перебздеть и первый день прийти засветло, чтобы спокойно поднять лодку. Это был, друзья мои, первый разведывательный день. Ну, а что будет завтра? Смотрим. Да, по-моему, я фузом, да, я фузом ползу, блядь. Короче, попали мы с рыбалки, да. Сегодня решили, погода плохая, на рыбалку не ехать. Слип, который официально на горках, ну, по сути,
не функционирует, воды мало. И приходится нам слеповаться там с краешку, там грязь, не очень удобно. А сегодня всю ночь шел дождь. Ну, короче, решили. Хотя проснулись, я говорю, на самом деле полпятого. Вот, полпятого проснулись, и прям ливень фигарил. Сейчас думаем, что делать, но пока думаем, я решил пройтись здесь, короче, прям вот, ну, скажем, по базе, по территории базы, по краю базы, поискать грибы. Вчера я собрал, так не знаю, тоже промежутки. Такие просеки там стояли. Собрал подосиновиков, березовиков, белых нету. Серега говорит, за белыми надо совсем в другие леса идти. Ну, не знаю, я вообще не грибник особо, не люблю я леса, блуждать, ходить там. Тем более, места вообще незнакомые. А ну, нафиг, не люблю я. Но Серега говорит, что, может быть, сегодня на рыбалку не ездить, а пойти за грибами. Подумаем сейчас, короче. Может, сейчас немножко развеется и все-таки на воду выйдем. Проблема вообще с рыбалкой здесь сейчас у нас получилась. Но это так мы попали. Потому что реально вода упала. Воду спустили из-за того, что там делают не то какую-то этот, ну, какую-то церквушку делают на острове. Вот. И воду спустили, чтобы они там смогли сделать причал себе, пристань. Вот. И вода упала где-то метр, наверное, на два. Уровень очень маленький. И слепануться практически нигде невозможно. Большущий минус, кстати, металлических лодок. Нет, это не гриб вроде бы. Сейчас вот здесь вот посмотрю. Вон гриб стоит. Вон пипец вообще. Хотя сомневаюсь, что его вчера здесь не было. Он очень большой. Наверное, просто пропустили. Я его пока рвать не буду. Какой-то он уж очень здоровый. Я думаю, что он какой-то трухлявый. Пойду сейчас подальше пройдусь. О! А вот этого точно не было. Этого я сейчас заберу. Короче, совмещаем мы рыбалку с грибосбором. С грибами, короче. И, может, грибов хотя бы наберем, отдохнем на природе. Не повезло нам с погодой. Но не бывает плохой погоды. Все, пойду грибы собирать. А вот еще один. О, какой. Красавец. Ну, это плохенький какой-то. Несъедобный. Много сыроежек. Вот еще один стоит. Но тоже такой уже перерощенный. Грибы стоят прямо у дороги. Вообще далеко не ухожу. Вот еще один тут березовый. Ну, толстые ножки, хорошие такие. Хорошие грибочки. На воду выходить бесполезно. Камера не передает, но там вообще просто волна страшная. Неприятная рыбалка. Там дальше вообще такие гребни здоровые. Не знаю, видно, нет. Короче, мы рванули за грибами. А ну нахрен на ту рыбалку, блин. Перехожу, короче, в разряд грибников. И топтал я все эти ваши поля, блядь, ясно? По грибы да по ягоды едем. Всю ночь фигарил дождь, блядь, а дорога прям идеальная, блядь. Обожаю эти места. Холодильник под грибы взяли.
Короче, сейчас будем собирать. Сереня сказал, что, блин, без белых отсюда не уйдет. Вообще, однозначно. Так, теперь главное место найти. Мы здесь вообще в первый раз. Да и связи на берегу вообще, кстати, нету. С интернетом там что-то совсем беда. Вот, так что с рыбалкой мы немного обломались. Возможно, нам завтра погода к нам будет благосклонна, и все-таки мы порыбачим. Вот. А пока попробуем грибочку пособирать. Может быть, что-нибудь найдем. Как говорится, развлечем себя немного. Все в сыроежках. Каких-то, блядь, поганок, блядь. Короче, если я потеряюсь, ищите меня в районе. Как там называется эта деревня? 4 километра от Ширкова. Не доезжая Ширкова. Вот так вот, блядь. Жесть какая-то. Так, траншеи. По траншеи надо лучше будет уходить, наверное. Компас, конечно, как обычно, блядь, никто не взял. Траншеи, блядь, направо, налево. Хуй. Извините за выражение. Что найдешь? Что-то мне как-то уже сыкит, ну, блядь. А если медведь? Поборется он с ним. Мне не нравится здесь. Хня какая-то. Иду, иду. Нашел? Кого? Кого нашел? Нафиг он нужен, почему? Ну что-то, ну как-то не очень. С грибами пока везет. Одни сыроежки какие-то. Красивые поганки. Блять, вот начинается, блять. Там же дорога была где-то. Где-то же была дорога прям. Что там, топь? Так, давай туда выше возьмем. Мы там шли. Мы водички с собой не взяли. Сыроежек как грязи. Ну не знаю, как где, блин, у базы, по-моему, грибов было и нашел больше. Серега во всем виноват. Он меня, блин, затащил какие-то дебри, хотел меня оставить, но я не сдался, блин. Ключи все равно у меня, блин. Он говорит, ну ладно, пошли. Так хотел, наверное, уехать. Бросить меня здесь, блин. Вот ты бржун, а. Ладно, сейчас еще, может, в одно место съездим. Хотя уже, если честно, желания нет. Лучше бы я рыбалкой занимался бы, чем эти грибы собирал. Не знаю, все-таки, наверное, переметнусь обратно, мужики, к вам, к рыбакам, блин. Все-таки грибники, это народ такой мутный, блядь. Грибников обидишь. Получишь хайп грибников. Грибники на меня не обидятся. Грибники все-таки, смотрите, кто-то топтался около моего машины, блядь. Смотрите, блядь, точно лосяра какой-нибудь. Бля, пиздец вообще, блядь.
Бензин хотели слить, Серёнь. Чего? Смотри, бензин хотели слить. Прямо напротив бака. Прям топтали, смотри. Крызачах каких-то, блин. Бля, я ключи потерял, что ли. Я так думаю, что здесь что-то есть. Сережа привез на очередную точку, блядь, на безымянную, блядь. Ай, тяжело как с тобой. С грибником. Да не, нафиг, брошу я ваше братство, блин, уйду я к рыбакам опять. Слушайте, ну вот здесь хотя бы, блин, здесь хотя бы просветы есть какие-то. Вот здесь я точно должен найти рыбу. Спина вся мокрая уже, блин. Весь уже по самые эти помидоры мокрые. Машину вроде бы закрыл. Тут вдруг лось залезет какой. Ну вот здесь вот мне нравится. Вот здесь вот, да, грибы должны быть. Сейчас будем искать. Вот, это наши места. А то завез какие-то мухоморы, блин. Вот. О! Наши места. Места, говорю, наши. Лосей пугаю. Че я ору? Че говорит, орешь, блин? Тут такие кучи лежат, блин. Явно нечеловеческие. Все, говорит, с лосями. Я их, наоборот, не ищу. Я их стараюсь избегать. Здесь вот, мне кажется, должны быть наши русские грибы. Слышь? Вот это лось. Это гон лося, блин. Ой. Здесь вообще тоже опасно, можно заблудиться, кстати. Точку надо поставить. Ты, блин, точку поставил? Точку поставил? И я точку не поставил. Опять, смотри, начинается какая-то брусника непонятная или волчьи ягоды. Туда лучше не ходить. Везде сыроежки, они везде эти сыроежки. Такие сыроежки не везде, везде, везде. Вот еще одна сыроежка. Сыроега моя. Вон там целая поляна сыроег. Нашел я лисичек, блин. Походу, блин, их хотя бы не собираю. А еще у меня такое закралось вообще предположение, что на самом деле есть вот разные места вообще. Есть грибные места для грибников нормальных, а есть еще наркоманские, блядь, вот места, где реально грибов, не знаю, нормальных-то и нету, блин, но вот везде такие лопухи и люди странные ходят. Чего они там ходят, я не знаю. Опять фигарит дождь. И мы едем опять за грибами. Серега, ты решил, блин, супчик грибной с глубинок? Нет, будет картошка жареная. Картошка жареная будет. Ну, могу с грибами. Ходили сегодня, ходили, блин, вместо рыбалки с грибами, блин. Ну так, набрали, конечно. Я думал, что я переметнусь в братство грибников. Нет, я, ребят, возвращаюсь все-таки. Завтра утром идем на рыбалку. Сегодня вечером не получится на рыбалку выходить. Я сейчас попытаюсь, конечно, сфокусировать камеру далеко до берега. Но я отсюда вижу эти барашки. Вот, то есть прям белые бегут волны. Барашки, а это значит, блин, на воде, ну уж очень неспокойно. У меня лодка, ну, я бы сказал, что не предназначена сильно для таких поездок, да и некомфортно на таких волнах ловить, потому что волна реально очень сильная, поэтому, ну, сегодня мы отдохнем, сейчас подготовим, с утра с грибами, попытка была, съездили, но ничего не получилось особо, ну так, по лесу побродили. Вот, а завтра утром встанем, тоже, наверное, 5, 5.
и поедем на рыбалочку. Короче, проснулись в 5 утра, хотели поехать на рыбалочку, блин. Шумоизоляция в доме просто отличная. Выходим на улицу, а там, сейчас покажу. А тут, короче, льет из ведра. Ну и какая нафиг рыбалка, блин? Что делать? Просто вообще. Похоже, опять спать придется. Судя по всему, он фигарит уже, наверное, 2 часа. Вот, а что делать-то, блин, даже не знаю. Чайку попьем и спать лежу, наверное. Может, щей сейчас шибанем. Я сейчас... Все, друзья мои, мы собираемся, идет дождь, уже 3-й день. Вчера было более-менее солнечно, но с ветром. Вот, и нам удалось только на воду выйти всего один раз. Ничего мы не поймали, места только нашли, произучали. Вот, вечерняя рыбалка была, ну, по сути так, разведочная. Разведка боем. И больше мы... так не смогли выйти на воду. Каждый день идет дождь и ветер. И сейчас похолодало, холодно. У нас вещей теплых вообще нет с собой. Что-то я не рассчитал на данный выезд. Ничего флисового не взял. Легкие куртки. Вот сейчас стою, и мне реально довольно-таки зябко. Все, друзья мои, мы обратно домой. Всем рыбацкой жизненной удачи. Всем пока.